Всем огромный-огромный привет! Хочу сегодня с вами вместе полистать свою новую раскраску от Невской палитры «Сонет». Это альбом для раскрашивания, он на склеечке. Здесь всего 20 иллюстраций мандалы. Мандалы мне очень нравятся, поэтому я себе и купила. Давайте полистаем и посмотрим. Сделана она в виде альбома, как альбом для рисования. В конце представлены все изображения, которые есть в данной раскраске. 20 иллюстраций, пространство для творчества и самовыражения, ну и воображения, конечно же. Давайте полистаем, посмотрим, потому что мне уже самой ее не терпится начать раскрашивать. Не твердая здесь обложка, можно раскрашивать любыми материалами, так как странички односторонние. Очень плотная, вот по моему ощущению, бумага. Можно раскрашивать фломастерами, маркерами, гелевыми ручками. Но, хочу сказать, изображения достаточно крупные. Поэтому карандашами тоже можно будет раскрашивать. Очень красивые здесь рисунки. Вот такие какие-то маленькие мандалы, вот такие вот, в которых очень много черного, что-то такое абстрактное. Вот такая мандала, очень красивая, кстати. Такой слоник. Даже вот боюсь, чтобы два листочка не взять, потому что листы на самом деле очень плотные. Но раскраска на склейке может развалиться. Вот это очень красивая мандала. Мандалы я люблю. И они не мелкие. Вот такая. Вот такой это просто абстрактный рисунок. Вот такая мандала. Тоже какое-то непонятное дерево. Вот это тоже очень красивое. Ну и все. Кому понравилось? Пишите, есть ли у вас тоже от Сонета какие-нибудь раскраски, какие-нибудь такие альбомы для раскрашивания, потому что я знаю, что их несколько видов. И если мне понравится раскрашивать, ну, в принципе, бумага такая плотная, листы односторонние. Я такие раскраски люблю, чтобы раскрашивать именно фломастерами, маркерами. Скорее всего, прикуплю себе что-нибудь еще. Всем огромное спасибо, до свидания и пока. Подписывайтесь.